Здравствуйте, с вами Наташа. Хочу с вами сегодня поделиться своим рецептом, как я готовлю тушеную картошечку. Ну, у меня быстрый рецепт. Для этого нам понадобится сама картошечка. Я уже ее почистила и нарезала вот такие вот кубиками. Так, у меня гусиная тушеночка, две баночки, лук и морковка. Еще понадобится черный перец, лавровый лист, соль и в конце я ложу укропчик замороженный. Ну, у кого есть свежий, можно свежий. Приступим. Так, я уже пересыпала картошку в большую кастрюлю. У меня большая семья, поэтому кастрюля у меня большая. Так, в 5-литровую кастрюлю насыпаем картошку и выкладываем тушенку. Можно порезать кусочками мяса сырое, у кого есть. Можно ребрышки, но у меня быстренько. Вот если нету времени, взяла тушеночку, картошку. Сейчас пережарим морковку с луком, все туда. Заливаем водой, и оно тушится. Можно и мультиварки. Ну, как-то мультиварка, она у меня сильно мягко все делает, превращает такое все в пюре. Ну, а я хочу, чтобы можно было видеть и кусочек картошечки, и мяско. Ну, тушенку у меня вот это перекручивала я на крупную мясорубку, на крупную ячейку. Поэтому она не кусочками, а такая перетертая. Ну, тоже хорошо. Так, у меня маленькие дети жевать не очень любят. Поэтому для них эта тушенка самая то. Все выкладываем и заливаем водой. Так, заливаем так водой, чтобы она, ну, получается, сантиметров 5 не доходила до конца картошки. Короче, получается, картошка еще сверху на 5 сантиметров от воды. Вот. Вон вода, здесь картошка. Я люблю, чтобы она была не сухая, такая с юшечкой. Все, ставим ее тушиться. Сейчас еще подсолю. Ну все, я взяла столовую ложку соли. Все, посолила. Сейчас поперчу. Лаврушку добавляем в конце. Так, соль, перец. Все, в это время будем сейчас обжаривать морковку с луком на подсолнечном масле. Я люблю, чтобы картошечка была сладенькая. И морковка обжаренная, она сладенькая. И если ее так хорошенько поджарить, чтобы она такая была золотистая, она придает вкус грибов. Поэтому картошка будет такая с вкусом грибов. Давайте. Ну вот, натерла я морковку, нарезала кубиками лук. Сейчас это все будет обжариваться на масле до золотистой корочки. Ну и здесь у меня тушится картошка. Я уже поставила на огонь. Все. Работаем. У нас морковочка уже, видите, золотится. Вот. И добавляем ее в картошку. Из этой всей морковки я добавлю половину. Потому что вторая половина у меня пойдет на свекольник. Я заодно свекольник варю. Так. Все, добавляем. Перемешиваем.
смотрю в кастрюлю, а не в камеру. Стрюк, камера убегает. Ну, извините. Мой оператор спит. Поэтому снимаю сама. Все, и она тушится у нас. Вот такая получается. Красивенькая. Немножко бульончика. Сейчас закрою крышечкой. И она у нас будет тушиться. Потом под конец добавим укропчика. Все. Проще простого. Очень легко, когда у вас есть в запасе тушенка. Особенно своя. Все, там у меня бурлит свекольничек. Сейчас я его зажарю соусом. И у меня уже будет первое, второе. Блинчики сегодня пекла на кефире. Тоже рецептик. Наверное, ссылочку могу внизу указать. Если кто захочет, может посмотреть. И сегодня мы идем в баньку. Поэтому будут блинчики. Сейчас чаек на травах заварим с медком. И у нас сегодня банька. Все, а кому понравился рецептик? А, я еще в конце потом поставлю, покажу, как оно приготовится. И наложу в тарелочку, покажу, какая она получится. Еще рано. Картошечка уже стушилась. Вот такая она. Еще, конечно, зависит от сорта картошки. У меня разваристая, рассыпчатая. Сейчас положим лавровый листик и укропчик. Укроп у меня замороженный. Укропчик и лавровый листик. Два штучки. Все перемешиваем. Немножко постоит, наберется аромата, и она готовая. Газ можно выключать. Все, кому понравился мой рецептик, готовьте. Надеюсь, вам понравится. И быстро, и вкусно. Все, всем до свидания, всем пока.